Привет, друзья, Катин Татак снова с вами. Выехал на коп, снова поехал в лес. Планировал сегодня на поле ехать. Но жара, конечно, невыносимая. Уже за 30, на солнце там, наверное, все 38-37 будет. Ну, ходить по такой жаре не камильфо. И здесь у меня первый сигнал, давайте посмотрим. 2 копеечки вот такие вот поднял, украинские. Это ранняя, после независимости, первые копейки. Год, к сожалению, не виден. Не знаю, какой тут год, потому что 1990, то ли 4, то ли 3. 1993 года. Иду дальше. Так, еще одна находочка. Такая фуфельная, 1978 год. Какая-то вот такая вот алюминиевая херня, которая куда-то ставилась. Я не знаю, что оно такое. Что-то тут написано. Даже разбираться не хочу. Закапываю, иду дальше. Так, друзья, даже и такое бывает. Пятак с дыркой нашел. 14-го года. Отчего дырка, непонятно. Стреляли, наверное, в него. А может быть, да не, наверное, не стреляли. Где-то что-то вставляли и потеряли, короче. Куда-то. Оставлю его деду хабарю. Ну, прямо вот возле дороги. Поднял гильзач вот такой вот. Не знаю, что это за гильза. Там что-то на иностранном написано. Сейчас на солнышко выйду, покажу. Вот такой вот гильзачок. Ремингтон, по-моему, написано. Ремингтон. Вот такой вот гильзач. По периоду даже не знаю. Если знаете, напишите в комментариях. А я иду дальше. Еще одна говна находка. Вот такой вот алюминиевый радиатор. Заберу, отложу в алюминий, потом сдам. Друзья, шмурдяк не перестает радовать. Вот такую вот штуку круглую алюминиевую поднял. Там какие-то цифры на ней написаны. Сейчас на солнце вынесу. Может, что-то от военной техники, а может быть и нет. Ну, вот такое вот. Иду дальше. Вот, друзья, сигнальчик был. Давай, куча, блин. В окопе закопана посуды. Вот одна с маркировкой. Ну, это, скорее всего, что 50-е, 60-е. Хрен его знает. ФТ Буды. Написано. Такое что-то. Сейчас еще пороюсь, потому что там дальше металлический сигнал идет, крупный. Посмотрим, что там будет. Я уже затрахался копать эту яму, блин. Тут посуды просто немерено. И вот ложечка попалась. Вот такая вот кусок. К сожалению, не целый. Сейчас буду дальше прозванивать, смотреть. Походу, целый окоп посуды. Что-то мне уже копать его не хочется. Короче, куча ложек вот таких вот. Это интересная ложечка. Форма такая нестандартная. Наверное, еще военная, довоенная. Ну, все остальное, в принципе, такое же. Практически как и то. Ручки тоже нестандартные. Ладно, еще поковыряю чуть-чуть и дальше пойду. Задолбался в лесу ходить, блин. Реально, вообще находок нет. Один шмурть. Вот подъехал уже ближе к городу и нашел вот такие вот 5 копеек. 1985 года. Не пойму, там, по-моему, штамп 1 или штамп 3, 2. Снизу под единицей. Короче, такая монетка, в принципе, стоит. Если штамп 1, то тут вообще, короче, в грязюке все надо мыть. 500 российских рублей в идеальном состоянии. Иду дальше. Вот еще, друзья, находочка. Сейчас на солнце вынесу. Какой-то колпачок от чего-то. Вот такой вот колпак. Херня какая-то. Может, какой-то батарейки или конденсатора выбрасываю. Немножко спустился с горы вниз. И первый нормальный сигнал наконец-то. Царька поднял. Похоже на трешку вроде бы или на пятерку. Не знаю, сейчас попробую помыть ее водой и покажу вам. Так, вот, друзья, это монетка. Год то ли 1911, то ли 17. Если 17, то это рар. Это вообще круто. Такие монеты очень дорого стоят.
Ну, короче, состояние убитое. Это то ли пятак, то ли трюндель. Походу, это, наверное, пятак. Что такой крупноватый немного. Николаевский. Ну, брошу дома в мыло, посмотрим. А сейчас похожу еще. Так, еще один сигнальчик, друзья. Интересный, интересный сигнал. Такая интересная своеобразная металлопластика. Думал, иконка, а выпала станция юных туристов Черкасской области. Облы. Это советы. Ну, блин, находочка, конечно, помпезная. А с этой стороны, короче, вот такое. Ну, видать, где-то оно крепило, крепилось куда-то. А так, в принципе, целенькое. Приятно. Похожу еще. Так, еще одна монеточка выпала. Ранний советик. Трюндель 1946 года, друзья. Вот такой вот трешкин. Прикольно. Прикольно. После того леса, блин, где ничего не было, подобрался ближе к городу и понеслась душа, как говорится. Супер. Иду дальше. Так, вот, друзья, колпачок вот такой поднял. Непонятно от чего. Звенел очень-очень бодро. Алюминий. Иду дальше. Ну что, друзья, закончил коп. Лазил в лесу, пролазил 2 часа бесполезно. Вообще практически ничего, кроме шмурдилова, не было нормального. Одни гильзы попадались. Потом подъехал ближе к городу. И в оставшееся время, то есть буквально за час, то есть набомбил находок. Ну, давайте сейчас посмотрим, что я поднял еще раз. Вот оно все добро. Аппарат уже сложил. Шмурдяка немерено. Что в лесу, что здесь. Вот эти вот шайбочки, это трэш был. Я думаю, те, кто копают, понимают, о чем я. Звучат бодро, как монетка серебряная. Это, походу, чей алюминий, чей медь. Попался такой вот кусок ложки, еще я не снимал. Ну, короче, жаль, что она не целая, эта ложечка. Но все равно, как бы, рисунок интересный. Ну, советина. Ну, пояски от снарядов такие здоровые, блин, тоже бодро звенели, практически как медная монета. Но квазаром РМ по форме сразу выкупаешь, что оно такое. Так, здесь, здесь, здесь. Ну что, вот эта находочка интересная очень. Станция юных туристов Черкасы. Такой вот шеврончик, медальончик, я не знаю, что он такой. Где-то оно было. Где-то оно было. Куда-то цеплялось. Царек выпал. То ли трюндель, то ли пятак. И год вроде бы 17. Если это 17 год, то это рар. Такие монеты очень-очень дорогие. Почему они дорогие? Потому что в 17 году был закат Российской империи и откат коммуняк. И вот эти монеты, которые на рубеже, их было выпущено очень мало, и они очень ценятся. Эту монетку я брошу в мыльный раствор, а там будем смотреть. Ну, 85 года, горбачевские, 5 копеек, перестройка, ходячки. Так, и трюндель вот такой вот, 1945 года, друзья. Такая вот монетка. Ну, ничего, нормально. Нормально. Ну, вот вам, друзья, реалии летнего копа. Когда копать негде, а копать хочется, как правило. И ходишь то в лес, то около города. Сейчас уже поля начали расчищать. Но я сегодня не поехал, потому что жара ужасная просто. В лесу еще кое-как, но на поле это было бы невыносимо. А так, в принципе, то есть, ну, коп, как он есть, честный коп. Все честно выкопал, все показал. Вот так вот, друзья. Подписывайтесь на канал, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите на колокольчик обязательно. До новых встреч!